В конце прошлой недели губернатор Сергей Морозов встретился с членами регионального олимпийского совета. Позже участники мероприятия признались, впервые в истории ульяновского спорта в правительстве проходит совещание по просьбе именно олимпийского совета. Поговорить действительно было о чем. На стол губернатора было положено целых 17 предложений. По регламенту успели обсудить лишь 6 из них. Однако самый главный вопрос, объединяющий все предложения – долгожданное реформирование всей спортивной отрасли. Губернатор принял решение, что нужно создать под его руководством, там два будет сопредседателя, один сопредседатель будет зампредседатель правительства Кузьмин Сергей Сергеевич, и второй сопредседатель будет президент Олимпийского совета Ульяновской области Калмыков Олег Анатольевич. И потом будет создана вот эта комиссия, которая будет реформировать в целом всю отрасль, структуру министерства, отдельные подведомственные, значит, спортивные школы, какие-то муниципальное образование очень много. Очень много сделал Сергей Иванович и вложил в строительство новых спортивных объектов. Можно на пальцы пересчитать таких губернаторов в России, которые так внимательно относятся и столько строят спортивных объектов, сколько у нас в Ульяновской области. Поэтому нам нужно сейчас срочно эти комплексы запускать. В состав комиссии войдут представители исполнительной власти, в данном случае это Министерство спорта, и общественность, профильные федерации и Олимпийский совет. Первой и самой главной проблемой, которой займется комиссия, касается дальнейшего финансирования. Сюда входит не только ремонт спортивных школ и закупка инвентаря, но и организация соревнований, мероприятий, зарплата работникам и денежное поощрение спортсменов. Нужно менять положение о дополнительном материальном стимулировании результатов спортивных. У нас люди, которые показывают выдающиеся спортивные результаты, но не секрет, в нашем мире они должны поощряться. И финансово в том числе, и положение, мне кажется, уже устарело, и выступающие у нас, значит, на это обращали внимание. Подчеркнули роль и общественных организаций в управлении отрасли. Причиной конфликта между министерством и федерациями послужило непонимание, в каком симбиозе должна развиваться региональная спортивная жизнь. За 3 года перекос достиг больших размеров. Одна из, я думаю, эффективных площадок – это отраслевой профсоюз. То есть работники физической культуры и спорта. Его надо однозначно, он у нас существует, но в зачаточном виде. И спасибо тем, кто его вообще в принципе зачал. Вот. Мы его хотим, так будем говорить, развить в достаточно эффективном, значит, виде, чтобы мы могли на... А у них очень серьезные полномочия у отраслевых профсоюзов. Вот. Чтобы мы могли как бы достойно дополнять министерство. Профсоюз будет отстаивать права спортсменов, их родителей, тренеров на гражданской площадке. И мы в ожидании активной, значит, результативной гражданской площадки. Я считаю, пока их две. Это Олимпийский совет, который себя показал очень хорошо, и это отраслевой профсоюз. При этом еще существует общественный совет. При этом коллеги. В числе прочих предложений значились переформатирование работы техникума Олимпийского резерва, создание электронного музея спорта, усиление работы со средствами массовой информации и подготовки спортивного резерва региона. В течение 2 недель все вопросы будут отправлены главе региона на дальнейшее согласование. Сергей Иванович практически, да, наверное, во всех вопросах нас поддержал. Нам кажется, мы были услышаны. И в своей завершающей речи он сказал, что обратит внимание на все. И комиссия будет специально создана по определению вот этих ключевых моментов по реформированию. И с финансами что-то будет порешено. И внимание будет и ЦСП, и техникуму, так сказать, и средствам массовой информации будет уделено. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.